į vakarus, kur savo leidžiasi. Не православные, крестятся по-другому. Но мои слова понимают. Значит так, заповедь первая. Молчи. Будут бить, мычи, но ни слова. Устанут, оставят в покое. Я только что слышал, как она разговаривала во сне. Не по-нашему. Ну, она мои деньги вернет! Когда я старый и больной, вернусь из тюрьмы, возьмешь меня замуж. Если все-таки они тебя заставят говорить, ты без этого не обойдешься, ври. Но ври так, чтобы они подумали, что ты дура, или что у тебя с головой не в порядке. Отстал от экскурсии. Наступающего! Она сын мой. Отец расстрелян. Мать умерла от выкидыша. Это твой хлеб? Это мед. Говори, зачем пришла? Мы не будем с тобой грешить.